И последняя на сегодня участница Скорлупина Татьяна, команда «Альфа Нектар». Работает редактором, занимается вокалом, проводит детские праздники, преподает русский язык и литературу. Окончила МГУ, факультет журналистики, попала в ЛЖПЛ «Пантеон» случайно и теперь очень счастлива, что она в футболе. Встречаем! Нашего генерального партнера «Караоке-актер» за то, что он предоставляет нам и вкусные напитки, и вкусную еду, и этот замечательный зал. Спасибо большое, «Караоке-актер». Конечно.